Золото у вас? Да. Нет. У кого что? Бала мало будет. Все равно золото у нас. Да. Мы все золотые. Вот. Вот. Все? Все, обалдай. Все так хорошо. Кирисова. Кирисова. Да? Чувак, поставили сюда. Да, стоп, поставить. Откуда вы приехали? Чебоксар. Золото взяли? Да. А что взяли? Первое. Золото есть? Есть. Нет. В кармане золото. Али, смотри, Варя. Она встала, пошла. Стой. Игрок идет на вратаря. Вратаря оттуда смотрит. Я оттуда снимаю, как он берет. Вот переплет такой, смотри. Девушка, ты строишься. Не вовремя прибежал. Это ворот не работает. Работает. Орлову Анну Чувашу и Веронику Куликанову Татарстан. Серебряную призерку Анастасию Семенову Чувашу. И победителя в этой весовой категории Анастасию Косареву Чувашу. Рядом стоите, прямо в упор. Награждение проводится Валерий Андреевич Капрал и Юрий Александрович Алексеев. Семена Анастасия, будьте готовы. Победительница выбирает, кто-то выжимал, кто-то мотивал, что будешь? Это тренер-победитель. Потом подпишешь, просто либо объявляли, он никто не подошел. Но с собой, значит, возьмешь, тогда подпишешь. Хорошо. Следующий, две призы. Давай! И торгай, следующий. Следующий вес. На пьедестал почетно приглашаются бронзовые призеры весовой категории до 48 килограммов. Александра Якомаскина, Самарская область, и Ирина Алексеева, Республика Мариэл. Серебряный призер Розиля Ахмерова, Оренбургская область. И победительница в этой категории весовой Алина Валаева, Татарстан. Подождите, доставь. Сейчас
аккуратнее, надо. Еще. Так, победительница что? Выбирай. Или этот, или этот. Быстрее. Бультиварк или сапожмок? Бультиварк. Подошел у нас, так хорошо будет. А? Да. Петров, не подошел у нас? Плохо можно здесь взять, да. Погоди, сейчас, погоди, стой, иди, стой. Даю. Так, Валер, вот она скорая. А вот туда можно с одного тренера встать, вот сюда вставайте. Вот, да, 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 хорошо. Хорошо. Так, хорошо, внимание, да. Посмотрели, внимание сюда, отлично. Да, здесь снимаем. Все хорошо, спасибо. Вот сюда, дешите, да, отписаться. Играйте, следующий вес. На пьедестал почетно приглашается 51 килограмма. Валентина Чуркова, Самарская область. И Ния Григорьева, Татарстан. Серебряный призер Яна Альмеева, Республика Татарстан. И победительница в этой весовой категории Анастасия Иванова, Чувашева. И для награждения мы также приглашаем тренера победительницы Егорова Дмитрия Григорьевича. Смена оружия, подойдите, разрешите. Первый, кто выходит? Кто на самом столе? Здесь. А. Остались. Хорошо. Так, девчонки, весы закрыть. Так, а чемпионка выбирает высокоушибалку или мультиварку? Так, хорошо, смотрели, внимание. Хорошо, так, и улыбнулись, снимаем. Хорошо. Так, Майку сейчас зайдем. Там уже. Да, сейчас. На пьедестал почетно приглашаю бронзовые призеры Анастасии Яковлева Чувашева и Елена Ермомаскина Самарского. Серебряный призер Дарья Киосова, Пермский край. И победительница в этой весовой категории Руфина Хазиева, Оренбургская область. Также мы приглашаем для награждения тренера победительницы Владимира Гончарова. Быстрее давайте, ребята. Куда пошел? Я буду Тони Джонс. Девчонки, закрыть тебе свои сеты. Чемпионка, выбирай. Так, встаем. Хорошо. Так, ну-ка, улыбнулись, девочки. Опа, сюда внимание, хорошо, и снимаем, отлично. Спасибо. Чего сюда расписаться? Ты меня победил, потом подойдешь, это байк больше. На пьедестал почета приглашаются бронзовые призеры весовой категории 59 килограммов. Анна Беликова, Татарстан, и Евгения Чубарина, и Бузгова. Серебряный призер Наргиз Каримова, и Бузгова. И победительница в этой весовой категории Наталья Панкратова, Оренбургская область. И мы приглашаем также для награждения тренера победительницы Андрея Чигадаева. Оставайся там эти 10 минут. Да, хорошо, встаем. Было нормально. Хорошо, внимание. Хоп, посмотрели сюда. Внимание, так, отлично. И снимаем. Спасибо. Приглашается
Бронзовый призер и сегодня всего лишь 63 килограмма. Екатерина Пронина, Самарская область, и Альбина Сабирзянова, Татарстан. Серебряный призер Оксана Кузьмина, Чувашия. И победитель в этой весовой категории Мария Поткина, Удмуртия. Также для награждения приглашается тренер победителя Кислицын Сергей Евгеньевич. Проведение соревнований спорта городского края заслуженному мастеру спорта России, чемпиону мира Гиронову Александру Евгеньевичу. Уважаемые друзья, фото сегодняшнее найдете сегодня вечером на сайте www.sportivnaya-obozreniya.ru. Фото сегодняшнего дня найдете на сайте www.sportivnaya-obozreniya.ru. Да, 57 килограммов, девушка, подойдите, распишите светлую сцену. Мотиварку лесок выжимал. Мотиварку. Чемпион ты? Мотиварку. Да. Отлично. Спасибо большое. Еще для росписи. Спасибо. Давай следующий. Приглашается бронзовый призер Олеся Александровна, Чувашева. Серебряный призер Анастасия Карева, Чувашева. И победитель сегодня весовой категории Дарья Кутимова, Белорусский край. Также мы приглашаем для награждения тренеров победительницы Ермакова Петра Ивановича и Артюшкина. О, смотрите, одна на третью. Да. Нет. Второго нет. Мотигуля, да? И тренер, победитель, кто? Екатерина Пронина, 63 килограмма, вы приглашаете в Кавула. Сейчас вы найдешь, не справишься. Чемпионка будет, что выбираешь, мультиварку или флешмоб? Мультиварку, да? Да. Внимание, хорошо, так вот, посмотрели, улыбнулись, хорошо, так отлично, и снимаю. Спасибо. Напротив фамилии, как вас зовут? 72 килограмма. 72 килограмма. Белослуцова, Пермский край. И победительница в этой весовой категории Елена Лукина Мордовия. Также мы приглашаем для награждения тренера победительницы Валерия Павловича Воробей. Четыре часа на награде на аппарат и все. А их звоню сейчас где-то идут. Так, посмотрели сюда, отлично, так, и снимаем. Спасибо. Итак, в 10-й раз турнир проводится в Тольятти. В чем состоит его задача и почему управление физической культуры
включилась в этот процесс? Ну, во-первых, показатель того, что уже 10 раз. То есть люди зарекомендовали себя, то есть они развивают единоборство, развивают борьбу. Поэтому, я думаю, это не могло не остаться без внимания. Плюс у нашей школы имеются успехи в борьбе. Поэтому это нормальное явление, когда город начинает поддерживать. Вот такого рода доверие к Тольятти, чтобы проводить 10 раз подряд кубок округа федерального, это тоже говорит, наверное, об уровне развития спорта и единоборств, и в частности вольной борьбы в городе. Ну да, безусловно, значит, у руководства есть доверие к нашему городу, к организаторам к нашей школе непосредственно, кто отвечает за развитие борьбы. Поэтому дай бог, чтобы это доверие всегда оставалось таким, и мы только развивались в этом направлении. Наверное, все-таки это уровень организации тоже много говорит, как все это проводится. Поэтому я желаю только нашей школе улучшать управление, улучшать организацию. Поэтому дай бог в путь. Очень довольны борцы тем, что проводится именно в муниципальном спортивном комплексе «Олимп». Поэтому как бы в планы, перспективы на будущее будет включаться это спортсооружение? Конечно, я думаю, сами организаторы, непосредственно управление физкультуры и спорта, что от нас зависит, мы будем содействовать. Не вопрос. Только лишь бы шло во благо, лишь бы спорт развивался, либо лишь бы борьба развивалась, конечно. Внимание! Проводим парад перед приводом федерального округа по воле борьбе среди юниоров и юниоров по этой тренера Вячеслава Андреевича Петрова. Парад шагом марш! Все-таки принесет нам
тот результат, который мы планируем в этом году. Но от имени государственного тренера страны Кондрейченко, от имени нашего президента Федерации спортивной борьбы Михаила Кирилловича Мамиашвили, позвольте мне пожелать вам успехов и чтобы сегодняшний ваш результат стал резервом нашей сборной национальной команды России. Всем благ вам. Сделай.
Хорошо! Да, я не знаю, что это.
Готовится после этой встречи борцы с Ахтигорским 4 килограмма. После этой схватки награждение веса 50 килограмм, ребята, быстренько. Приготовиться вес 50 килограмм. Первый, второй, третий вес. Так, ребят, просьба освободить сейчас. Не-не-не-не. Команду я забил. Достаточно. Не знаю, Валер, я команду Внимание!
встал, приглашаются борцы весом 50 кг, победители. Третье место занял Никитин Василий. Третье место занял Егорий Владимир. Второе Павловский Сергей и победитель стал Сулейман Петрович. Награждение проводит руководитель управления институтом спорта для Ленинградского городского поезда, заслуженный мастер России и Европы Александр Евгеньевич. Давайте бронзовые. Подосмы. Две бронзы. Две бронзы. Так, это где? Никита. Давай бальчик. А. Что теперь питание у тебя какое будет? Да. Направо Самарское против Крепетяна будет достав. И готовится финальная встреча в своей категории 96 килограмм. Городов Николай Александрович Голубов. Шабиев Азамат, Самарская область, ЦСКА ВВС. Вот сразу. Вот, 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 вот
После этой встречи готовится партизан категории 96 килограмм. Город Оренбургской области. Жабин, Самарской области, ЦСКА ВВС. Дали два. Раз там дали два.
работай сам, давай! Давай, время есть, давай, давай! Давай, Коля, двигайся, двигайся, не стой! Руки не накладывай, руки не накладывай! Ниже встань, ниже, ниже, еще ниже встань! Правый спуск надо! Забах беру, сара, забах беру! Коля, надо, надо, давай, давай, дергай его! Валил, наверное, боковой 40. Отдергивай, не стой! Молно, молно, молно! Оставь, помогай, сюда, оставь, не дай, не могу. Трой так, оставь, оставь. Арзук, это дел! Бахтер, не дали, пошли! Давай, давай, скорее, все! Сюда, давай, сюда! Тоже болит, да? Болит, папа, я должен тебя. Вот, вот, да! Давай!
В этой встрече победу одержал Джабиев Азамат, Самарская область, ЦСКА ВВС, и занял первое место из второй категории 96 килограмм. Марин Бурд вообще озверел. Вы уже дома нас хотите засудить? Ну что, озверели что ли совсем? Ребята, представители! Ну в ноги прошел, где надо избивать его, короче говоря. Да уже забрал, не делаешь, короче. Вы считаете, ты что не знаешь, что вы? Да назад, что в ноги прошел к нему. Ну а если летит он, летит. Ты что, судить умеешь, что ли, не пойму? Если он летит. Нет, ну что, кидайте, вы же не кидали ничего. Я тебе говорю, Марат, в ноги человек прошел, короче, да, я первый, это как его, вам дают ему. Это уже за ковром, он переклонит, это уже не считается. Какой зомер, о чем ты говоришь? Где на них прошел человек? Да нет, ну, дома заходил. Тяжело бороться? Okay. Конечно. Бороться всегда тяжело. Важно стягиваться. 96, что такое? Килограмм это? Да, килограмм. И насколько вы видите, сила наших борцов вас приводит к мысли, что можно выступить достаточно успешно в Улан-Удэ. Итак, вопрос. По первому дню чемпионата что можете сказать? Ну, по первому дню чемпионата я хочу сказать, что некоторые весовые категории вообще внушают нам доверие на призовые места на этом первенстве. Потому что у нас очень хорошие ребята в СКА ВВС Самарской области хорошо тренируются. Здесь в Тольятти ребята хорошие тоже, вот 50 килограммов видели Эльдара Нуриманова. Вот. Оренбургская область, тоже ребята подошли сильно, чтобы в одном весе аж два вышли в финал, сразу между собой боролись. Вот. И я считаю, что на этом перенесе, который нас пройдет в Бурятии, финальном перенесе России, мы будем иметь двух-трех призеров этих соревнований, то есть финал перенесе России. Насколько все-таки серьезной получилась борьба вот в финалах первого дня? Наверное, разными были финалы. Нет, финалы были все очень... Именно радует то, что в финал вышли сильнейшие. Это вы видели, наверное, по всем эмоциям зрителей, по всем эмоциям судей, сколько было спорных моментов. Потому что ребята показывали такую сильную техническую борьбу, волю к победе. И так что... Можно сказать, что в финал слабый не прорвался, только сильный. Ну что ж, по второму дню ваш прогноз вообще, как бы, какая доминирует из команд областей? Ну, я думаю, сейчас будет доминировать Самарская область, поскольку представительство хорошей команды. Оренбургская область, Республика Татарстан и Республика Чувашия. Вот в данный момент по девушкам сегодня показали хорошие результаты Оренбургской области и Республика Чувашия. Это радует. Девушки, понятно. А по мужчинам вот три названные сборные. Да, три названные. Хорошо, спасибо. Все, отлично. Мог я заберу? Да. Сейчас пока нет, потому что не запорол уже. Расул Казуев, Оренбургская область. И Нурлан Алекперби, Оренбургская область. Серебряный призер на телесовой категории Абдул-Алиев Раян, Оренбургская область. И победитель в телесовой категории Рамадан Хаджимуратов, Оренбургская область. Также мы для награждения приглашаем тренера победителя. Подержи, пожалуйста. Мантри варей. Пожалуйста, есть?
На пьедестал просмотров приглашается на пробную призеры весовой категории 74 килограмма. Олеги Борисович, Курская область, Камбургий Касаев, Республика Татарстан. Серебряный призер Артем Капралов, Самарская область. И победитель в этой весовой категории Арзуан Карапетян, Республика Татарстан. Также на награждение приглашается личный тренер победителя. Да. Секунду посмотреть, 3-4 снимаю. Отлично. Спасибо. Весовой категории до 96 килограммов. Олег Клинов, Самарская область, Илья Колбаков. Как победители Георгий Шалович и Миришвили. Я вас в интервью хорошо дал, потому что сам найдет напротив команды. Да. А ты знаешь, что? Ваша команда? Елена, что ты тут занят? Сейчас суется, сам там что-то делать надо. Так, теперь что выбирать? Все, пошел, тут тебя. Говори, все, вот это я. Все, внимание, сюда. У меня серединка, 3-4. Можно, я тоже. Тогда одних эти тяжелые. Олег, я тебе скину. Уважаемые участники, на этом церемония закрытия не закончилась. Ждем вас завтра. Судьи все приглашаются. Георгий Шалович, итак, день завершился удачно. Ваш воспитанник, в частности, выиграл золото для Самарской области на чемпионате ПФО. Как вообще прошел день? Как успехи у нашей губернии? Ну, я не наблюдал за девушками, а скажу вам про ребят, которые боролись сегодня. Я считаю, что день прошел удачно. У нас 2 золота. Вот. Также у нас и призовые места есть. Поэтому я думаю, что нормально. Завтра еще 4 весовых категории. Я думаю, что как минимум 2-3 золота у нас должно быть. Ну, 2, я думаю, что должно быть еще золото. А какие перспективы у тех, кто побеждает? Во-первых, они повторяют, у кого есть мастерское звание. Во-вторых, они получают путевку на первенство России в Улан-Удэ. Какие у них там будут перспективы? Там уже так просто выиграть не дадут. Ну, я вам скажу, во-первых, дело в том, что так как соревнования проводятся в Улан-Удэ, очень много ребят, тех, которые обычно привозят с Кавказа, из-за того, что там большие деньги, не поедут. И я думаю, что у наших ребят появляются хорошие перспективы, потому что вот даже по опыту мы знаем, что даже в Самаре, проводя такие соревнования России, первенство России среди юниоров, у нас где-то около 100 человек только с Дагестана приезжало. Ну, Самара находится в центре России, поэтому оттуда столько не поедет. Я думаю, что хорошие перспективы есть. Давайте, давайте быстрее. Расул, пошли, 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 пошли. Все нормально. Отлично. Да. Все-таки для уважения. Да, педагогу, серьезно. Так, все нормально. Да, конечно. Так, внимание. Все, секунду, внимание. Александр, вот как, наверное, приятно, что
десятый раз Борис, в памяти Александр Вячеслава Борисович. Матвеевича. Тише, тише. Вячеслава Матвеевича Петрова проводятся эти соревнования. Доверяют Тольятти, и главное, они совмещены с чемпионатом ПФО, вот эти памятные соревнования. Ну да, самодоверие как бы самой Федерации борьбы, спортивной борьбы России, как бы оно много значит, то, что вот именно в этом городе, именно в это время уже 10 раз проводим именно турнир тот, который, в принципе, не должен проводиться в одном городе, а должен передаваться как бы по всему Приволжскому федеральному округу. И тем не менее, как бы мы зарекомендовали себя как организаторы и как участники так, что уже с этим никто не спорит. Все это, грубо говоря, наше. То есть вот такое вот приятное исключение именно для Тольятти. Кстати, управление физкультуры сейчас поддержало, выделило бесплатно такое вот помещение, да, то есть в этом отношении тоже нас поддерживают, слава богу. Хоть и финансирования как такового нет намеренного, но то, что зал дают, пожалуйста, занимайтесь, проводите, уже очень хорошо. А что можно сказать о некой спортивной стороне? Приятно, опять же, что наши борцы здесь не были статистами, и вообще как бы сборная выбилась в лидеры после первого дня. Ну, еще завтра серьезные схватки будут, поэтому, конечно, основная половина прошла уже, большинство схваток. И сейчас вот мы подведем итоги, на каком месте мы сейчас идем. Прямо вот сейчас после мероприятия сядем, будем подводить итоги. Я не могу сейчас сказать, на каком мы месте, на первом, на втором или на третьем. Вот. Но то, что мы в тройке лидеры, точно это. Ну и, наверное, у ребят будут хорошие перспективы уже на первенстве России, те, кто наши пройдут, да, вот победители, вот как, например, в категории. Конечно, конечно, опять же, на сборы пойдем, серьезная подготовка будет к этому, к чемпионату России. Конечно, конкуренция очень серьезная, прям жесткая. Ну и что, для этого все делать, чтобы люди боролись, занимались, совершенствовались.